Полное описание и точки выхода 15 и 16 серии 3 сезона сериала «Первый отдел». 15 и 16 серии сериала выйдут в эфир 10 октября. В новых сериях мы увидим, как в Петербурге появляется Елена Литвинова, которая претендует на имущество Радулова. Она купила его торговый центр, которым заправляет лентяй, и выгоняет его. Тот в отместку подсылает к ней киллеров. В это время в городе начинаются странные убийства. На улицах в разных районах неизвестный шилом убивает прохожих. Последней его жертвой становится вице-губернатор Хлеборядов. Председатель горсуда предлагает Вере рассмотреть апелляцию на приговор Рожкову взамен заболевшего судьи. У Шибанова в отделе появляется новый опер Жора Раскольников, переведенный из Сочи. Но отношения между ними не складываются. Руководство Брагина уверено, что целью преступника был вице-губернатор. Остальные убийства совершались для отвода глаз. Но у Брагина своя версия. Этот человек сумасшедший. Убийства продолжаются. Вместо шила преступник теперь убивает людей молотком. Шибанова отправляют охранять Литвинову. Он спасает ее от очередного покушения. Лентяй с Архипом делят оставшиеся активы Радулова, но его двойник опять звонит, угрожает, требуя оставить его бизнес в покое. 15 и 16 серии сериала выйдут в эфир 10 октября. Если вам нравится сериал, не ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.